К вам же наверняка такие приходят. Майор говорит, у нас большинство таких. А майор сам читал это письмо? Да ну о чем? У него такое абсолютно нет времени. Ну, я ему в двух словах объяснил, что к чему. Он вроде вспомнил дело, но отмахнулся, говорит, бред. А потом вдруг как-то заинтересовался, развел бурную деятельность. Да, кислый, сдал. Сдал орденок. И че? И че, сейчас пойду обратно заберу? А ты думаешь, за какие бабки я стволы взял, а? Тачку с этим обдолбышем замутил, а? Хер вы меня все лечите, а? Ты обдолбыш, сиди ровно и рот свой закрой. А ты, патриот кислый, если еще раз за своего деда вякнешь, гадом буду, сука, в рожу шмальну! Вы почувствуете эффект буквально через неделю. Уважаемый Олег Викентьевич. Да, жена говорила, что ваш прибор – это просто чудо. Да, 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 да. Сердцедар. Тонко подстраивается под особенности организма пациента и улавливает его биотоки. Они различные, как и отпечатки пальцев. Обещаю, вы забудете дорогу в поликлинику. И всего-то каких-то 30 тысяч рублей. Здравствуйте, Каверка! Дурак! Ладно. Тебе не хворать. Ну что, Ванька, когда с Волей прощаться будешь? Чего? Ну, народ волнуется. Ну, что ты тормозишь-то? Ну, с холостяцкой жизнью нужно попрощаться по-человечески. Слышь, ну еще не женился, уже зазнался, ну.